Это Новоярский район, улица Профсоюзная, 1. Жильцы боятся заходить в подъезд номер 2, а все потому, что его атаковали мухи. Теперь Екатерина проводит экскурсию по своему подъезду и показывает новых жителей. Смотрите, что. Посмотрите. Новое украшение подъезда у вас получается, да? Да, живой ковер. И такой живой ковер, по словам женщины, появился еще с сентября. И как только не пытались всем подъездом бороться с этими мухами, но все безрезультатно. Они скоро заполонят весь подъезд. Мы их травим, мы их сами травим. Где-то позавчера, наверное, кто-то брызгал, они... И вот они все равно появляются. Тут к Екатерине присоединились и другие активные жительницы дома, у которых уже нет сил жить с этими мухами. Они тут у нас обосновались, сижу. У нас они и в квартирах есть. Да. И понимаете, что опасно? Они летят через вентиляцию, видимо. Сначала заметила в туалете, в ванной, да. Но они ведь потом летят на кухню. Кусают они. Кусают, они залетают даже в квартире, вот садится и вот тут укусит, и так и всплывает маленько. Екатерина не раз обращалась в управляющую компанию «Нововятск» с просьбой решить проблему, но действий никаких. Мы неоднократно звонили, хорошо заявка принята. Третий месяц. Да. В октябре мы написали заявление, всем подъездам подписали, я отвезла. Ждите. В течение месяца рассмотрим. До сих пор рассматриваем. Мы сами решили позвонить в управляющую компанию «Нововятск», чтобы узнать, собираются ли они обрабатывать подъезд от этих мух. Ну вот у нас информация есть, что у нас организация, которая этим занимается, направили нам информацию, что будут 15 числа проводить у них обработку. То есть 15 ноября у них должно быть все, да, в порядке, да? Да. Мы с жильцами дома номер 1, улицы Профсоюзной, Нововятского района, очень надеемся, что управляющая компания, которая обслуживает этот дом, как можно скорее поможет им разобраться с проблемой огромного количества мух, которые здесь постоянно летают. Оксана Стяжкина, жильцы дома, специально для программы «Вятка Тудей».